Где-то в китайской провинции есть под землей заводы. Там дети шьют сумки и джинсы, собирают айпэды, айфоны. Там единственный светоисточник — фотография Мао Цзэдуна. Поэтому такие косые строчки на поддельных спортивных костюмах. Эти дети солнца не видели, все чумазы полуголодные. Их на свет рожали родители, чтобы ты, сука, Воронеже модным был. Хули ты ноешь? А? Хули ты ноешь? А? Ну а где-то под солнцем палящим на плантациях в Доминикане рубят мачете тростник работящие малолетние гаитяне. Прут снопы, что больше их весят. Чумазые, полуголодные, и зарплата у них, вы только не смейтесь, за тонну всего по $3. Эти дети мультфильмов не видели, не застрахованы солнцем, затраханы. Их на свет рожали родители, чтобы ты сказал мне: кофе без сахара, хули ты ноешь? А? Хули ты ноешь? А? Ну а где-то в Афганистане, вдали от случайных глаз, на секретных полях бескрайних, к солнцу тянется ганджу-бас. И переходят чумазые дети границу с заветными тропами, с замотанными скотчем пакетами, спрятанными в тощие попы. Эти дети хитры и бдительны, но несчастны они повсеместно. Их на свет рожали родители, чтобы Гуф написал тебе песню «Хули ты ноешь, а?» «Хули ты ноешь, а?» Увы, но есть места на самой грешной из планет, где люди вместе с коровами воду пьют из лужек. А ты говоришь, хорошо там, где тебя нет. Но там, где тебя нет, браток, бывает и хуже. Хули ты ноешь? А? Хули ты ноешь? А? Хули ты ноешь? А? Хули ты ноешь? А? Хули ты ноешь? Спасибо, Жень.